На Донецком направлении в результате наступательных действий российских войск полностью освобождены населенные пункты Белогоровка и Першотравня Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 3 самоходных артиллерийских установки и 6 автомобилей. На Купянском направлении противник силами механизированной и танковой ротных тактических групп пытался атаковать позиции российских войск в районе населенного пункта Новоселовской Луганской Народной Республики. В результате огневого поражения подразделения Вооруженных сил Украины отброшены на исходные позиции. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, 10 танков, боевая машина пехоты, 2 бронетранспортера, самоходная артиллерийская установка и автомобиль. На Краснолиманском направлении 3 ротных тактических группы Вооруженных сил Украины, усиленных танками, безуспешно пытались атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Плащанка, Червонопоповка и Житловка Луганской Народной Республики. Огнем артиллерии, ударами армейской авиации и решительными действиями российских войск противнику нанесено поражение, подразделения Вооруженных сил Украины отброшены на исходные позиции. В результате комплексного огневого поражения потери противника на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих, 1 танк, 4 боевые машины пехоты и 1 автомобиль с боеприпасами. На Южнодонецком направлении Вооруженные силы Украины в течение суток силами 3 ротных тактических групп пытались контратаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкая и Новоселка Донецкой Народной Республики. В результате огневого поражения и активных действий российских подразделений контратаки были отражены. Противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, 2 боевые машины пехоты, 2 бронетранспортера, МТЛБ, 1 бронеавтомобиль и 4 автомобиля. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины на огневых позициях, живой силе военной техники в 157 районах. В районе города Днепропетровск уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск Вооруженных сил Украины «Хортица», на котором хранились реактивные снаряды систем залпового огня «Хаймерс», «МЛРС», «Ураган» и баражирующие боеприпасы. В районах населенных пунктов Миньковка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики уничтожены 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США. В населенном пункте Торецк Донецкой Народной Республики уничтожены пункт управления и узел связи 1-й бригады Вооруженных сил Украины. В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Жовтневая Харьковской области на огневой позиции поражен взвод артиллерийских систем М777 производства США. В районе населенного пункта Приморская Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 60-й пехотной бригады Вооруженных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Артемов Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины. Также уничтожены 8 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Степное, Егоровка, Владимировка, Красная Поляна Донецкой Народной Республики, Голикова, Житловка Луганской Народной Республики, Приютная и Сладкая Балка Запорожской области. Кроме того, перехвачено 8 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» в районах населенных пунктов Мостки Луганской Народной Республики, Мелитополь Запорожской области, Амвросиевка, Дебальцево Донецкой Народной Республики, а также реактивный снаряд «Ольха» в районе населенного пункта Покровка Донецкой Народной Республики.